Выборы очень важны для нашей страны. Избираем главу государства, президента на 6 лет. Обстановка международная очень сложная в мире. Очень большое давление на нашу страну оказывается, странами Запада прежде всего. Вот примеры, это не только политика, но и в культуре, в спорте. Вот последняя Олимпиада в Южной Корее, это яркий пример, какое давление идет на Россию. Поэтому сегодня каждый гражданин должен понимать свою ответственность и не ходить на выборы. Это позиция беспринципная, на мой взгляд. Обязательно надо голосовать. Важен голос каждого человека. Молодежь должна ходить на выборы? Обязательно, в первую очередь. А почему? Потому что они начинают жить. Сегодня очень много проблем в стране связано с молодежью. Это трудоустройство, это, конечно же, жилье для молодежи, это достойная заработная плата, чем занимается профсоюз, собственно говоря. Да, конечно, молодежь в первую очередь должна идти на выборы. Угу. Это наиболее важно. Хотя я думаю, что все поколения одинаково ответственны за свою страну.